Одинцовский отдел ГИБДД проводит социальный раунд «Стоп-гаджет». В период с 25 января по 28 февраля для участников дорожного движения проведут комплекс информационно-просветительских мероприятий об опасности использования смартфонов за рулем. По статистике, каждое 10-е ДТП происходит из-за того, что водитель отвлекается на свой телефон или планшет. Доказано, что использование телефонной гарнитуры не снижает уровень опасности. Будьте внимательны на дороге.